Кто не знает дядю Степу? Дядю Степу знают все. Открыть памятник знаменитому милиционеру собрались сотни самарцев. Его автор, народный художник СССР и России Зураб Церетели, приехал на открытие. Эта скульптура – первая его работа, установленная в Самаре. Автору интересно мнение горожан. Когда откроем, вот там будет все сказано. Какой образ, какой стойка, какая пропорция, похоже или не похоже. Бронзовый дядя Степа в форменной шинели и фуражке широко шагает по Самарскому Арбату мимо светофора, который по высоте немного превышает рост великана-милиционера. Снизу на дядю Степу с восхищением смотрят дети. Высота всей скульптурной композиции почти 6 метров. Памятники мне больше всего понравилось его рост большой и то, что вокруг стоят дети. Он был очень большой в мультике, и мне очень понравился его памятник. Я бы хотел посмотреть его еще раз. Мы живем здесь рядом, и теперь каждый вечер будем ходить любоваться. Знаменитого дядю Степу Сергей Михалков написал 80 лет назад. Образ смелого милиционера был примером для многих поколений советских мальчишек и девчонок. Немногие помнят, что в 70-е годы прошлого века и в Куйбышеве жил свой дядя Степа. Милиционер, которого знали и уважали многие горожане. Правда, фамилия его была не Степанов, а Малинин. Такие герои были и будут всегда, уверен сын знаменитого поэта Никита Михалков. Это замечательно, что в городе есть интерес и желание помнить тех, кого не было на свете никогда, но которые остаются в памяти, потому что они продолжают работать. Персонажи эти продолжают работать. Они воспитывают молодое поколение. Отец мой сказал: сегодня дети, а завтра народ. Поэтому я очень благодарен вам от имени семьи нашей. Этот памятник, как и многие другие, в Самаре изготовлен на частные средства. В этот раз это пожертвование ветеранов и сотрудников полиции, а также почетных жителей Самары. За 4 года работы Оргкомитета «Культурная Самара» в областной столице установлено немало арт-объектов. Дядя Степа стал 17-й скульптурой, которая будет украшением Самары. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.